Представители этой важной и уважаемой профессии сегодня пригласили на торжественный прием в зал органа и камерной музыки. Для врачей и медсестер – праздничный концерт. Лучших медиков глава Сочи Анатолий Пахомов отметил благодарственными письмами. Вручил и знаки отличия, признание и почет сочинцев. Наши учреждения здравоохранения оснащены новейшим диагностическим и лечебным оборудованием. Современные технологии лечения стали доступными для сочинцев и гостей нашего города. Однако эти технологии бесполезны без вашего непосредственного участия, без участия докторов, санитарок, медсестер, фельдшеров. Медицина в Сочи за последнее время шагнула далеко вперед. Элеонора Рябцева около 30 лет была главврачом 4-й горбольницы. Говорит, раньше это медучреждение было совсем другим. Сегодня, во-первых, изменилось само отношение к здравоохранению. Построены целые такие здания, что только приходится как бы хорошей завистью завидовать. И так шагнуло здравоохранение вообще в мире. И радует, что мы не отстаем в тех технологиях, которыми может похвастаться, допустим, раньше только край. На базе 4-й горбольницы сегодня работает самый современный сосудистый центр. Здесь помогают пациентам с острой коронарной патологией и нарушением мозгового кровообращения. А благодаря перинатальному центру в прошлом году на свет появилось почти 8 тысяч малышей. В городе проведено 1500 высокотехнологичных операций, о которых еще несколько лет назад можно было только мечтать. В городе в сфере медицины трудится около 10 тысяч человек. Это профессионалы высокого класса. Кстати, за последнее время медикам было выделено около 200 квартир.